Благословен Бог наш, всегда ныне пресно и к веку. Слава тебе, Боже, на слава тебе. Души истины, истины сердце, истины исполняешь, сокровища благи, и жизни подателю, прежде истины сцены, и очистимся ты скверны, и спаси наш от души наша. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети истины, немощи наше, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле, хлеб наш насущный даже нам есть, и восстави нам долги наши, Боже, мы нас наставим каждый Богу наше, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко есть царство и сила, слава Отца и Сына Святого Духа, и ныне и пресно, и во веки веков. Господи, помилуй, 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 слава Отцу и Сына Святому Духу, ныне и пресно, во веки веков. Придите, поклонитесь Царю нашему Богу, придите, поклонитесь, преподим Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподим, самому Христу Царю Богу нашему, Господи, услыши молитву мою, мужем ли не вовесе Твоей, услыши мы правду Твою, не имейте с рабом Твоим, яко не продится пред Тобой всех живой, и по полнарам душу мы свели на землю живот мой, посадим на земле померзли века, и унем ли дух мой, не спитися сердце мое, помяну ли дрение, поучися все дели Твои, творение руку Твою, поучайся возле Тебе руцы мои, душа моя земля безводная Тебе, скоро слышны, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего мне, и удобность исходящий ров, слышал за Твоими за утром, милость Его на тело побывал, скажи мне, Господи, путь, вышку веду, я под Твою всех душу мой смеет, враг мой, Господи, к Тебе прибегу к нам, чем я творите волю Твою, я под Ты есть Бог мой, дух Твой был настоять на земле праву, имени Твоего ради, Господи, живешь мне правду Твоею, и сведешь от печали душу мою, и милость Твою потребишь, враги моя, и погубишь всех служащих души мой, глаз раб Твой есть, слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Бог Господи, веси нам, благословен грядем, и Господи, исповедуйся, Господи, веку благи, век милости по. Господи, веси нам, благословен грядем, и Господи, погрешившие вы души, не Господи, противляйся им. Господи, веси нам, благословен грядем, во имя Господне. Не обрану же буду, помнила Господня. Господи, веси нам, благословен грядем, во имя Господне. Камень уже не пригожа, зритущийся в стиле слова, от Господа песни из немощи наши. Господи, веси нам, благословен грядем, во имя Господне. Заступница Всемогущего, Мать Господа Вышнего, за земнейшего Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем Твоим, что спасися, держава Тебя в руках прибегающих, всем Ты заступил, Господи, Солнце и Владычице, и же на пасы и скорбик и болезни, обвинения невих ног и дни, предстоящих и молящихся Тебе, умиленные души и сокрушенным сердцем, предпочистый Твой образ в Иисусе Сами, и невозвратно надеть Твою мощь, Матька, избавление в сердцу, всех полезные дарой, и вся в Церкву на лице Тебу, Ты бы и сил жизни по кровам Твоим, заступница Всевышнего, Матька Господа Вышнего, за все молишься Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем Твоим спасися, пробегающим, всем заступил Господи Царицкой Владычице, и же на пасе и скорбик и болезни, но в любине велики ноги. Плящийся Тебе, умиленные души и сокрушенным сердцем, предпречистый Твой образ со слезами, и невозвратно надежды и мощь на Тебя, избавление в сердцу, все полезные дарой, и вся спасу Городица Тебу, Ты бы, если Божественный покров рабом Твоим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков, аминь.
прийди за блюдие, тихо посему Тобому пристанищу, скоро помощницы подумай, Тебому спасение попроводевы, ускорее вновь молитвы и пречистое покаяние, и стучай по нам неоскудное милость и пречистая Богородица, предваряет нам помощь и изволяет из них небесо, благонравные и богобоящиеся рабы своя. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Иисусе, слащайше, спаси нас! Иисусе, слащайше, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Все святые, молите Бога о нас! Все святые, молите Бога о нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Иисусе, слащайше, спаси нас! Иисусе, слащайше, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Все святые, молите Бога о нас! Все святые, молите Бога о нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Сыку Бозе к Тебе прибиваем, яко не рушимся не представительству. Пресвятая благосердная Всепятая Богородица, на моей удове Тресе услабление, исцели души мои я болеть. Паги, паги, мир Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани, оспорота благодатью. Пресвятую и пречистую и преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и живот наш, на Богу перейдем. Тебе, Господи, Ты, Царь мира, спас душ наш, и слово ссылаем, Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне и крестных и вековы. Аминь. Вон умею, примолись, вон умею, прикинь, имя четвертый, помяну имя Твое, всяком роде и роде. Сердце мое слово благо. Помяни имя Твое, всяком роде Боге. Помяни имя Твое, во всяком роде Боге. Помяни имя Твое, во всяком роде Боге. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Яко сяде си Боже наш, и сяде почиваешь, и слово ссылаем Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание доколит Господа. Слышали совет целования Марино, взыграйся младенись в чреве я, и исполнился Духа Святой Елизавет, и возобил нас в веле и рече, благословенна Ты, жена, и благословен плод чрева Твоего, и откуда мне сие да приедет, Мать Господа моего ко мне, все бы я как бы села целование Твоей уши и моею, взыграйся младенись радощего в чреве мое, и блаженно веруешь, как будет совершение глаголаны и от Господа, и речи моря, величи душа моя Господа, и возрадуйся, Дух мой, Бози, спаси мое, яко пристре на смирение рабы свои я, всего отныне ублажат мне все роди, яко сотвори мне величие сильный, святой имя Его, прибыжи моря в снег у три месяцы, и возродися в дом свой. Помилуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молится о великом Господе, Отце нашим, святейшим подвесе Кирилле, Господи, не высокой священнейшем митрополите Вадиме, Господи нашим, пресвященнейшей епископе Евтисе, все Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молится о Украине, стране нашей власти, его и стоя, да тихо и безмолвно жить, и поживи во всех облачей, все чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молится о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещение, прощение, исцеление грехов, рабу Божьих. Галина Светлана Екатерина, Ксения Екатерина, Королева Бояна, Рада Сетиме, Екатерина, 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 Александр Ильев, ожидающие Тебя великие Божьи милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вечером лица и храму сему и всякому граду и стране влада, увидев сотрудство потопа огня, меча на шесть не примени, между особные брания, же милость его, и благоветливо быть и благому человеку, любимому Богу нашему, третьейся огне, на недвижимый и свадьбе, надлежащее правильное свое крещение, и помилуй Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молится, еже слушать Господу власть, смотри нас грешных, помилуйте нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанное Божие, спасите имя наше, помилуйте, любящим, предалечим милостью. Милостью Боги, Владыка, Христе наше, помилуй мне, и милостью, в чеку лесу, и сети, слава ссылаем. От своей Сына, Святому Духу, ныне крест, на веков. Кобы сидел на все Богородице, сомнение сидеть, преклонши колено, помолимся. Святая Богородица, спаси нас. О,
Дома Пресвятая Госпожа Владычица Богородица, со страхом веры и любовью, припадающей пречестной иконой Твоей, молим Тебя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердная Мать и Сына Твоего, и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу, Церковь Твою свою святую, да не зыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола, не имам ибо иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты, Всесильный Христиан, помощница и заступница, избавися и сверуй те молящиеся от падений греховных, от навета злых человеку всяких искушений, скорбей, бед и напрасной смерти, даруй нам дух сокрушения и смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление при решении дости благодарни, воспевающие величие Твоя, сподобимся Небесного Царствия, и там со всеми святыми прославим, пречестное и великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Отцу, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сына и Святому Духу, я на ней, пресно и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, помилуй, пречистой Своей Матери, Казанской иконы Божией Матери, и всей святой по исповедности, как благ и человеколюбице. Аминь, величай, величаем Тебя, Пресвятая Дева, ищи Бога, святый, от Него же истекает благодатная помощь, все верою притекающим к Нему. И, братья и сестры, сейчас мы отслужили молебень, помолились за всех жертводателей, которые помогали и пересылали свои деньги на двери в храм в честь Вознесения Господне село Охотино. Также всегда, я всегда вынимаю частички каждую субботу за всех, кто помогает на этот храм. Я очень вам благодарен и признателен за вашу помощь. Скоро, дорогие братья и сестры, наступает Великий пост. Этот Великий пост нам дан для очищения, спасения и исцеления нашей души. И также для молитв. В нашем храме нужно попадать записки на богослужение. Великий пост, мы не только будем молиться о здравии, но и молиться будем за упокой, за наших родных и близких. В этот Великий пост также совершается литии, особенно в первую седмицу Великого поста, и также поминальные субботы, где мы также совершаем панихиды и запокойные богослужения. Также вы можете подать записки на богослужение, на службы, на литургии, на весь Великий пост, чтобы мы смогли за вас помолиться. Все вас, Господи, сегодня была подготовительная неделя, еще одна, о блудном сыне. Господь учит нас прощать, Господь учит нас любить друг друга, Господь учит нас помогать друг другу. Я очень благодарен, что у нас такая большая семья, что вы помогаете мне, это святой храм, и что наша семья все возрастает и возрастает. Так что, дорогие братья и сестры, если вы хотите, чтобы за вас мы помолились в этот Великий пост, можете подавать имена о здравии и упокоении. Пусть милости Господь хранит всех нас, помогает всем нам и укрепит на этом пути земном, чтобы нам все войти в Царствие Божие.